О насущном в нашу редакцию обратились жильцы дома номер 6/1 по улице Пионерской. Они сообщили, что их подъезды и квартиры подтапливают скапливающимися водами. При этом хозяйственные органы не принимают никаких мер. В ситуации разбирался наш корреспондент Юрий Осипов. У нас же стены, вот они же волнами все. Ночью спишь, они аж щелкают. Тут иногда страшно, что крыша на тебя упадет. Жильцы дома 6/1 по улице Пионерская в таких условиях живут уже несколько лет. С наступлением весны к дому стала стекать талая вода. В результате залитым оказался не только подъезд, но и квартиры. Жильцы решили сами найти решение и обойти все инстанции. Потому что вода у нас вышла и в зале, и в комнате везде, да? Они сказали, что да, ждите, обязательно будет. Я спросила, ну а как же фекалки? Фекалки же тоже должны быть, чтобы с подъезда вода у нас ушла. Они сказали, фекалки мы вам не можем дать. Связано с тем, что вы не одни, мне так сказали. Вы не одни, вас очень много таких домов. Ждите, когда придет ваша очередь, мы вам отправим. По словам жильцов, уже несколько лет здесь не проводится ремонт и не убирается прилегающая территория. В управляющей компании нам ответили, что откачка вод не записана в перечень услуг. Стоит обратить внимание на то, что такого понятия, как откачка отталых и грунтовых вод, в тарифах не предусмотрено, в жилищных тарифах муниципальных, по которым мы работаем, такого вида услуг нету вообще. И возмещение со стороны бюджета также эти работы управляющей компании не подлежат. То есть фактически мы просто так производим этот вид услуг для жителей, да? Отметим, что дом 65-го года постройки. За время эксплуатации все конструкции изрядно износились. Более того, как сообщили в управляющей компании, износ дома составляет 70%. Но, несмотря на это, он еще не признан аварийным. 6 дом снесли, а 6/1 остался. Они застроены, не видно, ни с дороги, нигде. И убирают плохо в месяц раз. Помойки. Там сливную яму, вообще ее завалило, воду некуда лить. И получается всю зиму, что льем сюда. Сверху. И мусор, и все это. А трактором пакеты собрали, а лед-то остается. Старания жильцов не прошли даром, воду все-таки откачали. Но вопрос прилегающей территории по-прежнему остался актуальным. И с таким обращением никто не может гарантировать, сколько еще продержится дом. Юрий Осипов, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.